К другим темам. Смеялись до слез. В зале классического университета прошел полуфинал Саратовской региональной лиги КВН среди высших образовательных учреждений области. За выход в финал боролись 8 команд. В шутках веселых и находчивых не обошлось без актуальных тем. Миниатюры про кризис, интернет и студенческую жизнь сорвали аплодисменты зрительного зала. После долгой напряженной игры были определены финалисты осеннего кубка КВН. Ими стали сборная Политеха, сборная СГУ «Друзья», команда КВН имени Ирины Шейк и команда «Шайка-Лейка». Мне нравится, что начали шутить уже много о студенчестве, о современной молодежи, то есть меньше стало политики. Ну, оценивали уровень шуток, конечно же, в КВН это главное, чтобы не была шутка. То есть бывает плоская, такой верхний слой снимает, а бывает шутка какая-то с подтекстом определенным. Вот как сегодня было много удачных шуток, и, естественно, те команды, которые шутили так, они получили наивысший балл.